Здравствуйте, друзья! Меня зовут Евгений Славенков. Я живу в городе, который называют город счастливых людей. Это город Тюмень. Это город, который неоднократно занимал там топовые позиции по уровню жизни, по количеству привлеченных инвестиций. И вы знаете, город Тюмень на самом деле это город очень красивый, очень современный. Мы сейчас вот находимся на набережной, вот, очень красивая современная набережная, очень чистая. Это, кстати говоря, очень чистый город. Вот, и, конечно, очень многие люди, кто даже отсюда уезжает, они всегда с теплотой этот город вспоминают и всегда хотят сюда вернуться. Вы знаете, наверное, вы поразитесь, что в нашем городе автомобилисты уступают пешеходам. И даже не просто там на пешеходных переходах, даже где-то вот не на пешеходных переходах. Вы удивитесь, насколько вежливые водители вот в отношениях между друг другом, то есть какого-то такого вот хамства, какого-то его на дорогах нет. У нас абсолютно идеальные дороги, чистые. Вот, у нас много, конечно, камер. У нас много камер, конечно же, как и должно быть. Вот. И вот мы сейчас находимся на набережной. Это вот была восстановлена здесь как раз, вот смотрите, контора пароходства здесь есть. Это ДК «Нефтяник», вот он на берегу там, наверху. Конечно же, здесь очень дорогие дома, очень дорогие. Это резиденция вот там Якушева, хотя Якушев сейчас, конечно, в Москве, но резиденцию там себе на берегу он оставил. Вот. Здесь проходят, конечно же, все тюменцы здесь гуляют всегда. Тут, ночью здесь очень красиво. Здесь все в огнях. Вот, конечно, тут вот, хоть с утра мы сейчас гуляли, вроде бы еще и людей мало, но дежурят службы, вот, которые смотрят, чтобы там никто на парапет не забирался, сразу к нам подбежали, что вы с детьми близко не подходите. Вот, это город такой вежливых людей. Вот, и вы знаете, у нас рестораны, кафешки, они всегда полны людей. То есть не бывает такого, чтобы в кафешке не было никого. То есть люди здесь любят отдыхать, проводить время с семьей. Но вы знаете, вот в выходные все люди из города уезжают. И вот мы сейчас выходим, сегодня суббота, вы видите, очень мало людей на набережной, да? Вот, даже на дорогах машин очень мало. Вот, у нас автомобилисты очень любят мыть машины, у нас чистые такие машины, редко когда встретишь какие-то прям грязные. Вот, в автомойке вечно там очередь, стоишь часами в нее, и люди тратят на это время. Вот, поэтому, вы знаете, если вы хотите хорошо провести время, выходные, может быть, вас пригласили на семинар, может быть, на какое-то обучение, вы распланируйте эту поездку так, чтобы у вас было время, чтобы посмотреть, отдохнуть, здесь куда-то сходить, прогуляться. Вот, потому что даже вот я бывало так, что поехал на автобусе, и я вот ну, не знаю, как, чего мне найти, я у людей спрашиваю. И вы знаете, люди у нас, они прям хотят тебе помочь. Они говорят, вот, вот там прям, давайте мы вам покажем. То есть вот это такие отзывчивые люди. Поэтому, если вам повезло и у вас есть дорога в Тюмень, обязательно приезжайте сюда. Вы действительно запомните этот город, и вы захотите здесь иметь какое-то жилье. Как делают многие. Поэтому приезжайте в Тюмень, приглашаю.